Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сестры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Сколько видов прелюбодеяния определено в исламском праве? Вопрос. Сколько видов прелюбодеяния выделяется в исламе? Ответ. По сути своей, прелюбодеяние – это есть интимная связь между мужчиной и женщиной, которые не связаны между собой узами брака. Мусульманские ученые таким образом определили понятие прелюбодеяния. Прелюбодеяние или зина – это интимная связь между мужчиной и женщиной, которые не связаны узами законного брака, совершенная осознанно и по собственной воле. Мужчина, совершивший прелюбодеяние, именуется зани, а женщина именуется зания. Если обратиться к основам шариата, то там четко обозначено, что за совершенное прелюбодеяние обоих людей ждет наказание. При этом стоит обратить внимание, что степень наказания зависит от того, состоят ли в браке люди, увлеченные в совершении зина. Всевышний Творец сказал в Коране: «Не приближайтесь к прелюбодеянию» Сура Аль-Исра, 32 аят. Исходя из этого аята, мы понимаем, что прелюбодеяние – один из самых страшных грехов, который вызывает гнев Всевышнего. В исламе не выделяется определенное количество видов прелюбодеяния. Но нужно понимать, что не только само совершение зина является харамом, то есть недозволенным, но и любые действия, которые могут привести к нарушению законов Всевышнего. По этому поводу в одном из хадисов говорится: «Истинно, Аллах предписал сыну Адама долю его от прелюбодеяния, и эта доля достанется ему». Это неизбежно. Прелюбодеяние глаз – взгляд. Прелюбодеяние языка – речь. Душа мечтает и жаждет, ну а половой орган либо подчиняется этим позывам, либо отвергает их. В этом хадисе перечисляются такие виды прелюбодеяния, как зина глаз, языка и других человеческих органов, которые по своей сути не являются непосредственно прелюбодеяниями. Это просто причины, которые ведут к совершению запретного. Конечно, никакого наказания за перечисленные в хадисах действий нет, но нужно остерегаться от того, что может подтолкнуть нас к запретному. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум.